Всем здрасте. У меня тут сегодня запрос был на видос, как я готовлю и как я ем. Или по отдельности, или вместе. Я решила, что, наверное, можно и записать. В общем, я уже как раз вот есть тут собираюсь. У меня тут на часах без 9 минут 7, практически время ужина. Ну и я собираюсь себе сварганить. Вообще сегодня собиралась сварганить, поэтому, в принципе, как-то включить камеру в момент, когда я это делаю, проблема не составила. Салатик, помидорка, вареная картошка и соленый огурчик. Ну и подсолнечное масло, естественно. Все со своего огорода. Да, если вы чистите овощи в раковине, и вас бомбит от того, что я их чистить сейчас буду на салфетке, картошку в данный момент, а салфетку я кладу на досочку, то чистите овощи в раковине, вместо того, чтобы смотреть этот видос. У меня тут практически такая настоящая зима появилась. Я тут типа в фартучке. Веселеньком с пчелками, цветочками. Ну да, по правилам поварского дела надо бы какой-нибудь платочек на голову, чтобы волосы не мешали. Но что-то у меня такого нема. Кстати, я думаю, что это сойдет за АСМР даже. Тут звуки какие-то. Помимо тикания часов. Как она, да, шкурка от картошки отсобачивается. Вообще, я такой салат что-то стала делать на работу. Телефон у меня зажужжал. Ну, думаю, вырезать этот момент не обязательно. И тут решила что-то дома, почему бы не делать. Самой просто поесть. Не в контейнере, а в тарелке. Почему я тут 5 картошек? Мне кажется, я бы сейчас слона съела. Мне так очень удобно чистить на бумажке, потом это все в бумажке, так сказать, смял, сложил и помойное ведро закинул. Но из раковины это все еще выгребать надо. Или у вас какие-то, вот кто мне писал комменты по поводу чистки раковины, не какие-то особые раковины, как вы это все потом оттуда выгребаете? Ну просто интересно. Трех картошинок хватит. Я когда режу крупно, когда режу мелко, когда как придется.
Ветер шумит за окнами. Оранжевая помидорка. Одна оранжевая помидорка. Ничего так вроде. Помидорка, я помидорка. Еще помидорку лихой. Сейчас надо чем-нибудь достать. У меня там где-то неполный огурец был. Огурцы солила моя тетя. Я пыталась сделать малосольные, но в общем в итоге или я про них забыла и вовремя их не съела, или что-то пошло не так, и они у меня приказали долго жить. Испортились, короче. Вообще такой салатик, я думаю, оптимальный вариант. В том плане, что огурец соленый, соли не надо. Возможно, кота тут видно. Масло такое мясное. Вот сейчас будет, наверное, у кого-то приступ боли. Потому что я что-то приноровилась крючку наливать и выливать. Чайную ложку, кажется, вроде, не знаю, интересно, больше вот это вот чайной ложки или нет. Ну, в столовую много. А тут вполне себе такая доза масляная. У меня еще хлебушек. Не, когда есть-то буду я повернусь лицом к народу. И камеру поставлю тоже. Как бы так, чтобы было видно меня. По идее бы еще чайник поставить греться. Ой. Вот у нас салатик. Сейчас мы поближе подойдем к этому салатику.
покажите салатик народу. Вот тут у меня салатик, кусочек хлебушка. Я еще селедку из холодильника достала. Покупала для винегрета, но в результате черта я ее периодически ем с чем-нибудь. И зеленый чай из кантаты с чем-то там таким вкусным от подписчицы Дили. Ну, тут еще варенье, но я думаю, это уже к делу не относится. Что ж, приятного аппетита. У нас сейчас по времени 18 минут 8. И мой японский приложенька, как раз бзикнутая, бзик, зажужжавшая или типа того, вот как раз когда готовила салат, напоминает о себе. Я что-то ни о два с лишним в нее не заходила по-нормальному. Может, сегодня как-нибудь возобновлю, наверстаю упущенное. Вообще, вот батарея не особо горячая. Такой дубак, наверное, лучше есть что-то погорячее, а не холодный салатик с селедкой из холодильника. Да, я так вот в этом фартучке сижу. Мало ли, уляпаюсь. Чашку лапки погреть. Сегодня я еще писать буду эти пустые баночки. При свете 5 ламп. Вообще хотела достать сало и порекламить его вам, но решила, что перебор, потому что тут еще и селедку взяла. И салатика целая тарелка. Забыла уже, что пишусь на камеру.
Даже в камеру не смотрю. Можно сказать, Лёля в естественной среде обитания. Пришел Киша. Он явно у меня что-то скоммунитил, потому что пытается съесть и сгрызть. Нос согрелся и потек. Кто-то там про ножик говорил. У меня, конечно, не совсем тот ножик, но таки ножик. Хотя вот здесь лучше было с ложкой догребать, ибо ни вилкой, ни ножиком зернышки помидорковые не подцепить. Хлебушек у меня остался. И у меня тут есть мармеладки.
Если верить изготовителю, то на куче всяких фруктовых пюрешек варганинные, но при этом с ароматизаторами и красителями. Спасибо за компанию, если вы себя осилили. Ну, один человек просил, значит, как минимум один должен был осилить. То, короче, всем пока. Кот спрыгнул с табуретки.